прийти сюди. І вітаю вас цим вітанням, яким ми продовжуємо вітати один одного. Христос Воскрес! Ми будемо призивати, кликати ім'я нашого Господа, щоб Він прийшов на це місце, щоб Він був в наших серцях, щоб приготував почву наших сердець, щоб Слово подав нам, щоб прославилося ім'я Господнє у всьому, що буде на цьому місці. Тому зараз ми схилимо наші голови і помолимося Господу. Отець Небесний, ми славимо Тебе, ми дякуємо Тобі, ми поклоняємося Тобі в ім'я Ісуса Христа, тому що тільки Ти достойний хвали і слави, тільки Ти достойний преклоніння. Господь, великі і чудні діла Твої, все сотворив Ти чудно, все сотворив прекрасно, Господь. І найбільше ми сьогодні згадуємо про Твоє велике творіння, про Твій великий подвиг, про велике діло, Твій великий план, Твою смерть і воскресіння, Господь, за нас. Ми дякуємо Тобі за цей чудний подвиг, і хочемо продовжувати превозносити ім'я Твоє і завжди, Господь, пам'ятати про цю ціну, яку Ти заплатив за нас. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти нас ведеш до цього часу, і Ти, Господь, будеш вести нас до цього славного дня, коли Ти прийдеш за нами. І ми, Господь, з радістю чекаємо цього дня. І зараз хочемо прославити ім'я Твоє на цьому місці, Господи, щоб Твоє слово лунало до сердець наших. Господи, говори через братів, говори через їхні уста, і наші серця зроби здатними приймати Твоє слово. Господи, щоб слово Твоє не даремно падало в серця, але щоб воно приносило рясний плід, і щоб ім'я Твоє славило, щоб розширялося Твоє царство. Ми, Господь, просимо, нехай ім'я Твоє святиться, нехай прийде Твоє царство, і нехай Твоя воля буде у всьому, Господи. І просимо Тебе, залишайся на цьому місці з нами, благослови всіх, хто ще поспішає на це місце, і збережи, і допоможи їм благополучно прибути. Благослови всіх, хто зараз переживає, Господь, скорботу, хто має печаль, Господь, за втратою рідних, Господи, відвідай і утіш ті серця. Ти знаєш, серед нас є такі, Господь, і ми всі приєднуємося до цього і просимо Тебе, благослови, допоможи нам з надією дивитися вперед і, Господь, з радістю чекати того моменту зустрічі з нашими рідними і близькими. Господи, дякуємо Тобі за все, все віддаємо в руки Твої і величаємо Твоє ім'я, бо тільки Ти достойний слави і поклоніння, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будемо співати загальну пісню номер 29. «Як славний наш Господь в Сіоні». 29 номер. Yeah.
Дорогі браті і сестри, у кого є Євангеліє, ми це місто священне Писання відкроємо. Це Євангеліє від Іоанна. Ми читаємо із 20 глава і один стих 19. Тот же день, первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди их и говорит им: «Мир вам!» Сказал это он, показал им руки и ноги и ребра свои, ученики обрадовались, увидевши Господа. Дорогі браті і сестри, на этом місці священного Писання ми з вами будемо строїти нашу проповідь. Ну, в першу чергу я хотів би виразити своє сочувство і соболізнування тим, хто потеряв своїх родственників здесь, в нашому домі. Замітно, печально начался день для этой семьи. И вот они сидят, когда все поют, они с разочарованным сердцем, со слезами на очах. И они сидят и смотрят. И они в душе своей глубоко переживают утрату того, кто над ними так много молился и приложил очень много труда. Наша церковь тоже потеряла еще одного молитвенника. Эта семья потеряла своих, кто молился день и ночь. Может быть, они и не знали, и не видели, но матеря обычно молятся о детях ночью. Но придет время, братья и сестры, когда Иисус утрет слезы со всех очей плачущих, потому что эта участь ожидает каждого из нас. Мы не знаем, выйдем мы отсюда так благополучно, как вышли мы, зашли мы сюда. Мне вспоминается, моя сестра потеряла в один день двоих детей, и больше у нее их и нет. И когда я с ней разговариваю, она говорит, что они ехали в Черновцы, чтобы покупить дом вместе с собой, забрали все деньги, которые у них были, и поехали. Остановили машину, за рулем полковник милиции. И он ехал в Черновице с такой скоростью, что он не вписался в поворот. Там постоянно аварии. И убили все трое насмерть. И когда я беседую с этой женщиной, матерью их, сестрой моей, она говорит: вот эти туфли, когда моя Алла пришла, вот эти туфли с работы она оставила их так, я 3 года их не сдвигаю с места. Они напоминают мне, и она настолько уже исплакана, измучена, и говорит, что я готова бы сейчас идти туда к ним. Но эти 2 детей были неверующие, я их очень хорошо знаю. Хорошо, братья и сестры, хоронить таких, как патриарх Иаков. Он дожил до такой глубокой старости, призвал своих детей и благословил каждого в отдельности. И написано, что он склонил свои ноги на постели и умер. Это благополучная, хорошая смерть. Но об одном своем сыне Иаков, благословляя, очень плохо сказал. И, дорогие братья и сестры, очевидно, он видел этого Дана, удали его поколения, как будут развиваться события. И когда мне часто говорят, особенно из других деноминаций, адвентисты у меня родственники, друзья, что из данного колена произойдет антихрист. Я это верю. Но когда говорят свидетели Иеговы, а также адвентисты 7-го дня, что из Рима произойдет антихрист, папа римский антихрист. И я начинаю чуть ли не в спор вступать. Что вы пристаете к этому человеку?
Та нічого не грає ніякої ролі. Но даного коліна, браті і сестри, какую то роль зіграють, тому що Іаков сказав о ньому такі слова, що ти будеш аспідом на дорогі і уязвиш всадника, і он упаде назад. Є, браті і сестри, проблески, що із цього коліна пройде цей антихрист. Ну, хочу говорити сьогодні, браті і сестри, у другому. Сьогодні в наших краях, в нашій місцевості, да й по радіостанціях, телевидіння, а також інтернет, всі говорять о воскресенні Ісуса Христа. Здесь очень мало говорять. І от і сьогодні ми празднуємо цей день. І що вони говорять, браті і сестри? Вони говорять о воскресенні Ісуса Христа. Мені дуже приємно, коли виступають такі великі правителі світу, і в їх словах, в їх беседах проскакують слова «Слава Господу, що так, а не іначе». Мені дуже приємно. Дорогі браті і сестри, і сьогодні я вже бачив і слухав, та й сам там був, говорять о огонь. Этот чудний огонь, благодатний огонь, который вони взяли з Єрусалима, самолетом привезли його у Росію, і там уже по всіх городах крупних його розпространяють. Я вам чуть-чуть розкажу об этом благодатном огні. Если говорить уж, так давайте будем говорить откровенно, правду будем говорить. Берут они православного первосвященника, как думают они, при всех людях обыскают его карманы, а приезжают паломники со всех стран мира и смотрят. И вот при всех они обыскают его, нет ли у него каких-то средств зажигательных, куда он войдет в гроб Иисуса Христа, чтобы он не вздумал взять с кармана спичку, зажечь свечу и сказать «благодатный огонь». Уверху, как я видел там, такое отверстие приблизительно, как маленькое ведро или большая кружка. Через это отверстие, когда молится этот священник, сходит благодатный огонь. Его одевают в длинные рызы, без карманов, його туди пускають, він входить і запечатує його печатью, щоб не було общення ні з ким. Во время молитви не сходить благодатний огонь, який вже там, я так думаю, вже і знаходився. Коли він виходить оттуда, зажигають ці свечі, зажигають у цьому году факела. І я їм говорив, і вам зараз скажу, если этот благодатный огонь, о нем идет такая большая легенда, так много разговора, что это целительное средство. Если волос случайно, а там толпы людей, как спички. Если случайно он обожжет кого-нибудь, или волос, или руку, этот благодатный огонь имеет свойство, что оно моментально, как говорят они, все обновляется. Но это они говорят, а я говорю по-другому им. Я говорю, дайте мне этот факел, и я к чужой голове прислоню его, и этот волос никогда не восстановится. Никакого чуда не произойдет. Ну пусть они себе так говорят. А я знаю тоже, о чем я говорю. Если говорить, так говорить всем правду. Благодатный огонь, братья и сестры, сошел только в день Пятидесятницы. Вони знаходили все вместе, задрожала земля под їх ногами. Вони молились. І огонь, браті, сошов на кожного із всіх присутствуючих. Там не було різниці, не розділялись вони. Це апостоли, а це діакона, може бути, будущее. Ні, на всіх сошов Дух Святой. І тепер, дорогі браті і сестри, я хочу сказати одно, що в тот день, когда фарисеи и книжники, и первосвященники вместе, они сделали совещание до праздника, что нам сделать с этим человеком? Весь мир идет за ним.
Так вот они, братья и сестры, осудили его на смерть и ко гробу его приложили печать и ушли домой спать, вознаграждая себя за все бессонные ночи. Ликуют, торжествуют, но ученики Иисуса Христа были чрезмерно разочарованы, что случилось с Иисусом. И они об этом говорили открыто и говорили всем. И мы припоминаем, когда два ученики шли в Эммаус 60 стадий, это расстояние большое, 12 километров, и они между собой рассуждали о том, что случилось в эти дни. Они не скрывали, а может быть, апостолы и эти два ученики не до конца поняли все, кто такой Иисус. Они рассуждали об этом, но какой-то странник приблизился к ним и начинает с ними беседу. О чем вы и я дорогой разговариваете? А разве ты не слышал? Разве ты один из пришедших? Весь Иерусалим говорит. Вся страна говорит, что совершилось здесь. А ты один из пришельцев не знаешь? Но Иисус говорит, ну о чем? И они начали ему объяснять. Иисусу объясняет, что случилось 3 дня тому назад. Ну, а как вам кажется, то, что они объясняли, правильно они объясняли Иисусу или не совсем правильно? Когда я исследую это место, я вижу, что не совсем правильно об Иисусе они говорят. Они говорят, что был из Назарета Иисус, пророк сильный в слове и в деле, пророк, с которым они ходили 3 года. Он учил и говорил им, что Сын Божий Он. Они видели дела Его, воскрешал мертвых, исцелял больных. И Он говорил о себе, что Он Сын Божий. Вдруг эти два ученики, Эммаус идущие, говорят Иисусу, что это пророк сильный в слове и деле, а мы надеялись на то, что он избавит Израиль от наших оккупантов, скажем прямо. Но с этим случилось вот что 3 дня уже. Дорогие братья и сестры, Иисус Христос, когда они собрались в первый день недели вечером, если мы сегодня празднуем воскресение Иисуса Христа, или же это на Украине празднует воскресение Иисуса Христа, у первый день недели Он воскрес, сегодня Он воскрес, вечером, сейчас, как мы собрались, так собрались ученики, для переломления хлеба, написано так. Они закрыли плотно двери за собой, они боялись. Боялись они иудеев. Закрыли двери и думали они, что враг остался вне стен этого дома. А он оказался не вне, а оказался внутри врага, в их сердцах. Они боялись. И, дорогие братья и сестры, когда они вспомнили одну заповедь, которую Иисус Христос говорил, что «сие творите в мое воспоминание», когда Он им преподавал этот хлеб и это вино, Он им заповедал. Это была заповедь «Сие творите мое воспоминание». Он не сказал им «Вспоминайте, как я воскресил Лазаря, вспоминайте, как я воскресил сына вдовы из Наина». Он не говорил им «Вспоминайте, как я усмирял волны и бури». Но эту заповедь Он им сказал «Вспоминайте». И они начали вспоминать, братья и сестры, как было трудно им рассредоточиться на этой вечере, на которой они собрались, без Иисуса. Очень трудно было рассредоточиться, но все-таки они решили выполнить, исполнить эту заповедь. И как они там совершали, Библия нам не говорит. Но говорит, что когда они там сидели, я думаю, что в полном разочаровании все вместе, они надеялись, а не так случилось, как они думали. Иисус обещал им царство,
и трон, сядете на престоле, судить сынов Израилевых. А вот, братья и сестры, распяли, и на том кончилось. Но, братья и сестры, когда они были собраны, посредине стал Иисус. Двери закрыты, окна закрытые. Как, братья и сестры, Он прошел сюда, невидимо и незримо для всех, вот так, может быть, Он и сейчас сидит здесь. Мы же не знаем, не видим, может, Он и сейчас сидит здесь, посреди нас. А Он сидит. И даже наблюдает, как мы слушаем Слово, смотрит на каждого, Иисус смотрит в лицо. И будет смотреть, братья и сестры, на конец нашего служения, на результаты нашего богослужения. Какая реакция к Слову Его? И они, братья и сестры, посмотрели, и у них возникло, братья и сестры, такое сомнение. Они тоже человеки, они тоже люди. С нами тоже могло бы так случиться. Они посмотрели на Иисуса и подумали, что они видят Духа. Но кто когда, братья и сестры, видел Духа? Ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете. Никто никогда не видел Духа. Они подумали, что видят Духа. Иисус им начинает объяснять, показывать руки и ноги, что это Я. Не смущайтесь. Как-то однажды я слышал, даже в нашей церкви, что когда Фома где-то отсутствовал, вот это Фома отсутствует сейчас. Скамейки пустые. Это Фома. Куда он пошел? Что он там делает? Воскресение, братья и сестры. Чадо Божие собрано прославить Господа. Фома сидит дома. Но, дорогие братья и сестры, Фома, когда на следующее воскресенье пришел на служение, он увидел Господа, и многие говорят, что когда Иисус предложил ему: Фома, вложи в ребра мои пальцы свои, посмотри на руки, на ноги мои, и не будь неверующим, но каким? Быть верующим. Потому что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти к жизни. И вы все присутствующие здесь, братья и сестры, если у нас есть такая вера сильная, а хотя даже и слабенько Иисус помогает. Вы помните, когда отец привел сына, побывали на горе Преображения. Так было хорошо, хотели остаться навсегда там. А когда сошли с горы, увидели, отец приводит сына. И отец весь в слезах, проблемы, не оставить, не с собой взять. Одержимый сын его. И в доме не оставил, между людьми не возьми. Это проблема. У нас в соседстве был молодой юноша еще, он был одержимый. Я припоминаю тот случай, когда он упал просто у меня на мосту, просто возле моих ворот. Упал и сюда на пина у него, и он перед тем, как сатана его дручает, бьет, или что он с ним делает, он так кричит, до полгорода слышно. И он упал, я подхожу к нему, знаете, я струсил. Я знаю Священное Писание хорошо, и знаю, что нужно взять за руку и сказать: во имя Иисуса Христа. Я знаю эти слова, и я хочу взять, но боюсь, а вдруг? А с этим шутить нельзя, братья и сестры. Диаконы однажды попробовали, попытались, вы помните тот случай? Изгнать беса из человека. И что, братья и сестры, он набросился на них, они нагие убежали, едва, так и пишет. С этим шутить нельзя. И, дорогие братья и сестры, скажу кончину этого молодого юноши, он упал в поле, пас корову, и упал не вверх лицом, а упал вниз в болото, и так и погиб. Вот значит, братья и сестры, что значит, или же ты будешь, или в тебе живет Дух Божий, или, может, твоя квартира свободная, пустая, а может, она уже занята другим духом.
за апостолом Павлом. Шла женщина, кричала, хорошие слова говорила. Она не спорила с Павлом. Она говорила, эти, они благовествуют об Иисусе Христе, хорошие слова. Некоторые проповедники даже бы восхищались. Вот посмотри, как она меня величает. И когда она делала это всегда, он оглянулся и сказал ей слова, выйди из этой женщины. В Канец-Подільський, я припоминаю, однажды туда приглашали на служение, церковь очень большая, я пришел. И когда я говорил за кафедрой, я закончил мою проповедь, эта женщина вышла каяться. И сидят просвитеря рядом. Я говорю, а почему вы не поддерживаете эту женщину? Ведь кается она. Они говорят, она одержимая, она уже не один раз это делала. Случилось, братья и сестры, что когда закончилось служение, вечером начинается темнеть, сумерки, и она идет со мной и хочет со мной беседовать. И я иду и думаю, не нравится мне этот попутчик. Она много вопросов задает. И я думаю, еще один момент, и она, наверное, может броситься. Мало чего, с этим шутить нельзя. А расстояние еще большое, идти еще 2 квартала. Но слава Богу, что она благополучно, мы разошлись. Нежелательны такие встречи. И она пошла в одну сторону, и пошла в другую сторону. И когда я спрашивал об этой женщине, оказывается, что она исцелилась позже. Молились братья, и она получила исцеление. Дорогие братья и сестры, мы с вами прочитали Священное Писание, и хочу напомнить себе и каждому из вас, что воскресение Иисуса Христа дает нам надежду на то, что мы должны, братья и сестры, вместе с Ним воскреснуть и царствовать. И апостол Павел уже заранее говорит, что он воскресил нас и поместил нас где? Ну, не в Сакраменто. Там посадил нас. И слава Господу, братья и сестры. Как-то в Лос-Анджелесе мы были, проезжали кладбище. В жизни такого большого кладбища я не видел. На многих кладбищах ходил на похороны, приглашали. Но такого кладбища я не видел. Усі холми укриті прямо этими могилами. И едешь машину, кажется, им конца нет. И мелькнула мысль в тот момент, что когда придет Христос, Он говорит, что уже настало время, когда услышат усопшие глас Сына Божия и оживут. Мертвые услышат голос Сына Божия и оживут. И мне припоминается, и вам не трудно это представить, начнет воскресение, братья и сестры, первые. Там, на этом кладбище, и миллионы других. Там поднимется из земли человек. Там поднимется из земли человек. И это будет и страшно, и дивно, братья и сестры. А как же быть с остальными? Остальные будут ждать тысячелетнее царство, а потом второе воскресенье. И, дорогие братья и сестры, как бы нам хотелось, чтобы все те, кто здесь находится, и тот Фома, которого здесь нет, чтобы мы вместе там у вечности встретились. Чтобы, братья и сестры, то слово, о котором просил нас Иисус, чтобы мы выполнили его и сказали, мы, рабы, ничего не стоящие, сделали все то, что ты повелел нам сделать. Я хочу благословить вас всех здесь присутствующих, отсюда туда, и тот ряд благословений прошу на ваши семьи, на ваших детей, на ваших внуков, даже и на соседей. Почему на соседей? У меня был такой сосед здесь, что когда я выходил в воскресенье на богослужение, Библия в руках, а он выходит из своей комнаты и начинает, братья и сестры, хреститься. Крестный, я не знаю, как показать. И я стал думать, или он боится,
Или ради, що я ухожу вже? Сам не понимаю. Но когда он говорил со мной уже в простых беседах, и он восхищается, что ты у чурчи идешь. Да, я иду в церковь. И оказывается, братья и сестры, что на Рождество я узнал о том, что он хорошо, в хорошем отношении. На Рождество поздно он приносит нам открытку, написанную с поздравлением с Рождеством Христовым и на английском языке, хоть я то не понимаю, но я ставлю эту открытку, ну, в честь того, что он почтил мою семью. И там написано «С праздником великим». Значит, дорогие братья и сестры, потому я хочу сказать, если у вас есть хорошие соседи, я и им желаю этого благословения. И благословение Господне, братья и сестры, оно обогащает, где благословение почивает на семье, то оно обогащает людей. Я, наверное, однажды говорил, у меня была молодая женщина-соседа, она приходит поздно вечером, приходит со слезами на очах, жинка на кухне, я тоже что-то делаю, она приходит в слезах и говорит, я хочу покаяться. Я останавливаю и говорю, ну подожди, может это лучше сделать бы в собрании, в доме молитвы? Ведь церковь стол в утверждении. Нет, я хочу прямо сейчас. Так подожди, среда будет, и мы пойдем вместе. Нет, я сейчас, я уже больше жить так не хочу, я курю, я пить начинаю. А я ж пела в хоре, она говорит. Ну, раз так, я ее поднимаю, она все-таки на колено, со слезами кается и молится. Ну, так и быть. Если есть свидетели, кается человек, значит, ну, принимайся. И небо свидетели. Какая судьба этой женщины, я не знаю. Потому, дорогие братья и сестры, покаяться можно и тем, которые здесь. Царь Давид говорит, что я свои обеты при всем народе, я скажу мои обеты. Он каялся и не стыдился, братья и сестры. Царь с золотой короной на голове, в таком царском одеянии, но он не стыдился каяться, братья и сестры. И потому, дорогие братья и сестры, можно подумать про то, что вот этот Фома, который не был на служении, он был апостол. Он был ученик Иисуса Христа, но он не посещал часто служения. И если бы Христос пришел в тот момент, Фома остался бы вне дверей, несмотря что он был учеником Иисуса Христа. Можно проповедовать, можно петь и в хоре, можно быть хорошим молитвенником в церкви, но можно остаться за дверьми. Потому, дорогие братья и сестры, сегодня 21 век. Об Иисусе говорят все. Но Иисус говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Вот почему определяет Иисус Христос, ученик ты его или нет. Благословение вам, Господа, ему честь и слава, пусть будет. Аминь. Дякую тебе, Господи Боже, за все. Хай твоє ім'я буде прославлено. Вічного Бога, Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
Очень благодарен Тебе, что я могу находиться сейчас среди народа Твоего, слушать глаголы вечной жизни, слушать это прекрасное пение, слышать молитвы тех, кто о деле Твоем думает и молится, поддерживает. И у меня нет слов, чтобы я мог воздать Тебе должное благодарение за все то, что Ты сделал для меня и моей семьи. Благословенный будь Ты от народа Твоего, хотя и тогда, когда мы изнемогаем, падаем духом, но Ты знаешь нас, мы есть человеки. И потому все же таки мы продвигаемся, идем к Тебе, и я верю, что настанет день, и час, когда ты выйдешь навстречу народу твоему и скажешь: «Идите, благословенные, и наследуйте Царствие Божие, уготованное для вас от создания мира». Заранее благодарим тебя, Господь, за твое присутствие, за силу Духа Святого, который действует сегодня в сердцах народа твоего и во всех церквах мира. Будь прославлен и благослови остаток служения, брата, который будет говорить, пение благослови, благослови и тех, как Фома, кто, если не увидит, не поверит. Благослови и таковых. И будь прославлен от народа твоего. Честь и слава тебе. Аминь.
Не упусти свой шанс. Темница, сыро, холодно и темно. Сюда бросают тех, кто обречен на смерть. Преступник ли или оговоренный мгновенно подбирает тебя смертельный смерч. И вот сидит в углу варава, мечтавший быть героем, сигнала ждет. Пришла его пора. Кто вспомнит обо мне, несостоявшимся героем, привыкшим убивать под стоны топора? Ему казалось, защищает он бедных рабов, голодных, немощных, забытых, беспомощных людьми и Богом позабытых. Душа стенает, сердце леденеет, дрожь по телу, зубы так стучат. Спять жизнь бы повернуть и начать все сначала, ошибок не было б, пустые мысли так навязчиво звучат. Слышны шаги. Растерянно поднялся, глаза возвел и в щель увидел свет. А жить так хочется, дышать свободно. Зачем так жил? Пора, стучит в висках ответ. Ключ заскрипел в дверях, раскрылась настежь дверь. Пахнуло свежим воздухом. Палач воскликнул: «Вставай, иди спеши, ведь ты свободен. На крест пойдет другой», решила так толпа. Насмешка ли? Или судьба мне улыбнулась? Прижал одежду скудную к груди. Свобода? Солнце, жизнь, друзья. А может, слава и победа маячит снова впереди. Но был же суд. Был тяжелый приговор на смерть позорную Голгофского Христа пойдет другой. Но кто же он? Кто заменил меня, отдав свою свободу? Металась мысль, кто заменил вараву на Христа? Поплелся к выходу толпа, уж ликовала. Смотрел вокруг, как разоренный, смертельно раненый зверь. Увидел человека в крови, в страданиях, в венце терновом. Взглянись в него, и ты, ведь в нем твое спасение, поверь ему. Решай мгновенно, верно, без ошибки. Используй этот шанс, скажи соблазну нет. Свои грехи отдай ему, немедленно покайся. Кричит моя душа через 20 сотен лет. «Кто этот человек?» – шептал свободный. «Не тот ли он, кто исцелял и воскрешал людей? В его глазах, в них столько доброты, любви и заботы. Зачем кричит?
о смерти старый иудей. А этот взгляд, наполненный любовью, меня насквозь пронзил, но шанс упущен, ибо знал, что за свободу мира готов спасение и вечность променять. Куда спешишь? Навстречу вечной смерти? Вернись назад, тебя Христос зовет, чтобы открыть тебе и мне дорогу в небо, Сын Божий на распятие и на смерть идет. Закрыл глаза, чтоб не встретиться с ним взглядом. Он побежал туда, откуда вышел, ведь сам обрек себя на вечную погибель. Призыва Божьего он больше уж не слышит. Не упусти свой шанс, мой друг любезный. Прими Христа, и в вечность с ним пойдешь, а с миром не дружи. Но твердо знай, мой милый друг, свою тропинку к Господу ты в мире не найдешь. Мир катится к погибели и близится к концу. За жизнь свою греховную ты дашь ответ Творцу. Пока еще есть время, свой шанс не упусти. Иисус зовет всех грешников, чтоб каждого спасти. Аминь. Тебя распяли, мой Господь, а ты с креста благословлял. Тебя хулили и кляли, но ты, Боже, все прощал. Они с тобою на кресте свои надежды хоронили, о царстве славы на земле, о небесах же позабыли. Им нужно было все и здесь, им нужен был земной правитель. Они не поняли тебя и не признали искупитель. Стекала струйкой кровь из ран, собою землю орошая, и содрогались небеса за ходом действий наблюдая. Он не сошел с креста, распятый царь своим творением. Он не сошел с креста, он принял смерть без сожаления. Он не сошел с креста, и мукал боль превозмогая. Упала на ладонь, пронзенную руками грешных, то небо плакало о нем, рыдая тихо, безутешно, отвергнут, брошенный, забыт. Толпа ушла, не понимая, что в этот миг там на кресте его страдания их спасали. Сожалею.
из мертвых победил. Ценою жизни смерти жало, с Отцом собою примирил. Он нас и пропасти не стало, Он на себе замкнул войну. Добра и зла от века сущий и победил. О мой Господь, Ты царь царей, Бог всемогущий. Он не сошел с креста, распятый царь своим творением. Он не сошел с креста, он принял смерть без сожаления. Он не сошел с креста, и луковой превозмогая, он взывает. И с ним так я прощаюсь. Тебя распяли, мой Господь, а Ты с креста благословлял. Тебя хулили и кляли, но Ты им, Боже, все прощал. Христос воскрес! Унылый человек панелью шел, потупив очи дол. Весь город жил, кипел, погружен в спех, а он едва ступал от дома к дому. И мысли все мрачней одна другой из темных тайников души всплывали. Весь город троллейбус просверкал ему дугой, из окон чьи-то руки помахали. Он дальше шуму и думал об ином. Он верил в Бога и в любовь, и в милость. Но вот беда пришла в счастливый дом, незваной гостьей в нем расположилась. К чему, Господь? Что думаешь достичь вот этим страшным причинением боли? Чему меня ты хочешь научить? Тебе на скорбь глядеть приятно, что ли? Он незаметно вышел на пустырь. Строители там церковь воздвигали, и он присел под пыльные кусты, чтоб хоть на миг забыть свои печали. Невдалеке рабочий молотком ровнял и шлифовал какой-то камень. Прохожий этим зрелищем влеком пошел к нему несмелыми шажками. «Что мастеришь?» — рабочего спросил из этой серой неприглядной глыбы. Рабочий с камня пыль рукой струсил и обнажил все грани и изгибы. «Гляди, вон там под шпилем высоко отверстие открытое зияет, а здесь вот под зубилом, молотком простая глыба контуры меняет. Своей рукой по мерке и на глаз я камень здесь внизу тишу, ваяю, к отверстию, что там вверху, как раз по форме и размеру подгоняю». И отошел прохожий не спеша, просвет найдя во мраке дум печальных. «Так вот зачем болит моя душа! Благодарю, воятель безначальный. Аминь». Це правда, брати і сестри, що життя, воно міняється в кожну хвилину. Як воно помінялось там в тюрмі для Варави, помінялося для Христа, який стояв перед натовпом. Сьогодні міняється. В чиїсь дом сльози приходять, до когось радість. Але Господь і нам дає повноваження також вибирати наше життя і міняти його. І міняти його. Ось записка. Остання записка. Нічого не знаємо. Сім'я Орлових просить помолитись за сина Марка. Він в емердженсі. Можливо, все було добре. Нічого не предвіщало. Збирались в зібрання. Але сталося щось. Попали в емердженсі. Отак наше життя. Міняється. Пам'ятаєте, Йосип пішов відвідати своїх братів.
І раз, і все помінялось. Очутився в ямі, а потім знову помінялось. Його вийняли з ями, наділи нарушники, чи зв'язали руки, повели в Єгипет. А там помінялось, він став, йому довірили управління, але знов помінялось, і він очутився в тюрмі. Але, слава Богу, воно помінялось знов, і він очутився на престолі Єгипетського царства. Отак життя міняється, і Бог дає нам повноваження. Можна просто стати перед Богом, призвати Його ім'я, і життя поміняється на краще. Христос прийшов, учні закрились і сумують, і переживають, і плачуть. А Він прийшов і каже: мир вам. І вони зраділи, їхнє життя помінялось. Чого ж деш на широкім шляху? Співаємо в пісні. Можна поміняти життя. Зараз, сьогодні, бо сьогодні день спасіння. 2 Коринфян 6:20 написано: ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Давайте ми встанемо і проспіваємо цю пісню. Помолимось за сім'ю Орлових, попросимо, щоб Господь дійсно потішив їх. Ми не знаємо, що, але Він знає. Боже святий, Боже великий, ми до Тебе приходимо. Ми дякуємо Тобі, що Ти піклуєшся про нас. Ми величаємо Тебе. Господи, бо Ти наш Бог, який приходиш і приносиш радість, приносиш мир. Ми чули сьогодні, як міняється все навкруги і в нашому житті, в наших сім'ях, в родинах, в наших душах, як міняється все. Господи, але Ти хочеш, щоб воно мінялось на краще. І даєш нам можливість вибрати краще. Я сьогодні пропоную Тобі, Ти кажеш в Слові Твоєму, життя, вибери життя, Ти просиш. Господи, дай, щоб ми вибирали, щоб ми, ідучи за Тобою, славили Тебе, любили Тебе, жили для Тебе. Боже наш, ми молимось за цю родину, за Марка. Господи, Ти знаєш, він ще юнак, молодий, але що сталося, ми не знаємо. Але Ти знаєш, і тому будь там з ними, благослови, підтримай і проведи по життєвій дорозі. Господи, бо це наша потреба, наша нужда, і ми з просьбою приходимо до Тебе, і в Твої руки віддаємо, і віримо. Ти, Господи, почуєш, визволиш і благословиш. Залишися з нами і дай дійсно возвеличити Тебе і прославити наш великий Бог. Амінь. Отже, номер 359. І якщо хтось би хотів, щоб життя помінялось на краще, сьогодні є цей час спасіння, цей час, коли Господь може прийти і поміняти, а Він міняє на краще. І тому Він буде чекати. Він буде чекати кожного із нас. Чого ждеш на широкім шляху? Хто має проблему злитися? Ми могли прийти до Господа, а Він визволяє. Він чекає. Ми затримуємо Його. Каже, стою біля дверей і стукаю. Він хоче, щоб дійсно ми до Нього приходили частіше і частіше, щоб ми могли віддаватись Йому на служіння. І я хотів би запросити, не боятись, не встидатись. Кого переживання, нужда, хто хотів би ще раз сказати Господу, що Він його любить. Давайте станемо перед Ним на коліна, перед Господом, який живий Бог. І Він любить, і Він чекає, Він просить. І тому приходьте на молитву.
знаєте, як приємно прийти до Господа, схилитися перед Ним, сказати Йому слова свого життя, свої переживання, а Він той, який зрозуміє. Можливо, не можна сказати їх людям, але можна сказати тому, хто співчуває, хто любить, хто потішає. І тому я хотів би ще раз закликати, не стидатись, не боятись, а приходити до Господа і молитися. Давайте ми помолимось з сестрою, яка вийшла. Господи, я звертаю до Тебе, Господи, це вечірній час на коліна, Господи. Прошу Твого благословення на мою сім'ю, Господи, Ти знаєш мої переживання, Господи, Ти знаєш мої проблеми, Господи, мої сім'ї, Господи. Я прошу Твою, щоб Ти благословив кожну в отдільності, благослови моїх діточок, моїх внучаток. Господи, я на руках молитви приношу муж, чоловіка, діму, Господи, Ти знаєш його болісні, Господи. Коснись Ти своєю рукою, Господи, і зціли, Господи, дай йому ще сили, здоров'я, Господи. Щоб я ще служив Тобі, Господи, з чистою совістю, з чистим серцем, я прошу Тебе, Господи. Коснись Ти ще своє серце мого сина Андрія, Господи, щоб він міг прийти до Тебе, Господи, покаятись, Господи, щоб Ти його прийняв у свою обітницю, Господи, прошу Тебе, почуй мою молитву, Господи, прошу за Іру, Ти знаєш її болість, Господи, і зціли її, Господи, протягни свою руку над нею, Господи, я все Тобі віддаю своє життя, Господи, і свою сім'ю, Господи, почуй мою молитву, Господи. Якщо я грішна, Господи, Ти порости мене, Господи. Почуй мою молитву, я щирим серцем молюсь до Тебе, Господи. Будь за все прославним в моєму житті, в моїй сім'ї, Господи. А Тобі за все нехай несеться велика подяка, наш вічний Бог, Отець і Святий Дух. Амінь. Амінь. Господи, Ти Бог добрий, Ти Бог люблячий, Ти Бог милуючий. Боже, ми дивимося на обличчя, але Ти дивишся на серце. Ти знаєш, Господи, бажання і почуття, і всі наші, Господи, стремління. І Ти тих, які бояться Тебе, Господи, чуєш їхню молитву, виконуєш їхні бажання, Господи, виходиш на зустріч. Ти чув молитву в цей час, сестри Наташі. Господи, допоможи, благослови, Господи, підтримай Твоєю могутньою, сильною рукою. Дай надію на Тебе, щоб ми Тобою жили, Тебе любили і Тобі служили. Твої руки віддаємось, Боже наш, почуй, благослови. Нехай Твоє ім'я буде звеличене і прославлене, наш великий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь, амінь. Дорогі брати і сестри, ми в домі молитви, нам є приємно, добре бути тут на горі. Але ще одна записка під час того, як вже молилися, ось тут брат з сестрою, прийшла записка, сестра Світлана просить помолитися за її сестру, вона знаходиться в емерженці, дуже болить голова. Тому я хотів би, щоб ми понесли і цю проблему перед лицем нашого Господа. Дорогий наш Господь, ми величаємо і славимо Тебе, ми поклоняємось Тобі, наш Бог. Ти є на небі, Господь, для Тебе немає нічого того, щоб Ти не міг вирішити, Господи, але Ти допускаєш в нашому житті. Ти допускаєш, Господь, ці переживання, щоб ми прийшли ближче і поклонилися, Господь, Тобі. Щоб ми змінили своє положення, Господи. І сьогодні є багато людей, які є хворі. Ось ми чули за Марка. Ось сестра Світлани також в лікарні, Господи, там в емерженці. Господь, а ми є тут, в одній молитві, і нам добре. Нас майже нічого не болить, багатьох з нас. Але ми в цей час приходимо перед велике, славне Твоє лице, і просимо за тих, хто є сьогодні стомлений, хто є сьогодні хворий, Господь, поблагослови їх, вийди на зустріч, допоможи, щоб там, в тому місці, де вони знаходяться, вони могли показати світло, щоб люди побачили ті врачі, лікарі, щоб вони побачили, що є ті люди, які надіються на Тебе. Боже мій, я прошу Тебе, дай їм ті потрібні ліки, які можуть допомогти. Господь, як багато сьогодні до Тебе кличе людей в знеможенні. Господь, я молю Тебе за молодого юнака, який в Україні, Господь, коли йому кажуть, де Твій Бог? Він прийшов до Тебе, пізнав, але батьки його не знають Тебе. Вони також
потребують спасіння, Господі, він хоче, він молиться, просить за своїх батьків, тебе, Господі, церкву, щоб молитися, Господь. Як багато сьогодні є в цьому домі молитви ще, ті, хто слухає це слово, які не змінили свого стану життя, які не прийшли до тебе і не визнали тебе Богом своїм. Господь, як багато людей відійде в цей день, в цей вечірній час цієї землі, і багато з них будуть в незміненому стані, вони не готові предстати перед лицем Твоїм. Я молю Тебе за наших дітей, я молю Тебе за нашу молодь, Господь, я молю Тебе за тих, хто є відсутній сьогодні на цьому місці, Господь, подібно як той Фома, він втратив ту можливість побачити Господа, Боже мій, але я молю Тебе, Ти дав можливість Фомі прийти, побачити, зрозуміти і сказати, Господь мій і Бог мій, я молю Тебе, мій Боже, знайди ще багатьох тих синів і дочок, які Господь хочуть побачити, а тоді повірять. Нехай ім'я Твоє буде благословене, звеличене єдиного вічного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Мир вам, братья и сестры. Сегодня с утра мы свершили заповедь. Братья нам прекрасно преподали эту заповедь, объяснили, рассказали. И я думаю, все, кто находился в это время здесь, в церкви, все, кто есть члены церкви, верующие, все принимали участие в этой заповеди. И вы знаете, наряду с этой заповедью в Новом Завете есть еще заповеди. И они идентичны. Нельзя поставить какую-то заповедь выше, а какую-то ниже. Так как ветхозаветные заповеди. Не исполняя одну заповедь, виновен во всем. Так говорит Слово Божие. И поэтому, чтобы не отстранять Божьи заповеди, давайте мы повторим еще одну заповедь, которая точно такая же, как и причастие. И она очень важна в жизни каждого из нас. Прочитаем Слово Божие, которое записано в первом послании, первом послании апостола Павла до Фессалоникийцев, 4 глава, с 1 по 7 стих. Послание апостола Павла до Фессалоникийцев, 4 глава, с 1 по 7 стих. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страхе похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И еще одно прочитаем место Священного Писания, которое записано в послании апостола Павла до Ефесян, 1 глава и 4 стих. Послание апостола Павла до Ефесян, 1 глава и 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Заповедь, которую дал нам Господь, это освящение наше. Она такая же, как и причастие, как и многие другие заповеди, которые мы читаем в Слове Божьем непосредственно в Новом Завете. Как спасенные, принадлежащие Господу, мы стараемся более не жить во грехах и преступлениях, как прочие народы, по суетности ума своего. Это записано в послании апостола Павла до Ефесян в
4 главе, с 17 по 18 стих. Я прочитаю это. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Смотрите, апостол Павел обращает внимание на ум людей неверующих. Он говорит, что они помрачены в этом уме, он у них помрачен и суетной. Суетной ум – это значит пустой. Одна из заповедей гласит: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». И старославянское слово, вот это «напрасно», там говорится «не произноси в суе». Это значит «напрасно не произноси это слово». И вот этот ум назван суетным, напрасным. Почему он назван напрасным? Иногда мы смотрим на мир, и даже в Библии написано, что когда Малахия писал, и Бог обратил внимание на тех людей, которые говорят, что вот люди неверующие, они живут лучше, чем мы верующие. Они, говорит, делают зло, но Господь их почему-то не наказывает. И когда мы смотрим на людей неверующих, иногда, да, мы видим, что они живут очень прекрасно, они живут лучше нас, потому что они живут своим инстинктивным разумом. А этот разум очень хитрый, очень коварный. Это не библейский разум, которым хочет, чтобы Господь, чтобы мы жили. Мы имеем ум Христов. Это написано в первом послании апостола Павла до Коринфян, 2 глава и 16 стих. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Так как Господь нам дал свой ум, мы должны и жить соответственно этому уму, потому что Бог смотрит на нас. И Он сейчас здесь, в церкви, Он знает каждое сердце, мысли каждого человека. И поэтому Он хочет видеть в нас поступки Сына Своего или нашего Господа Иисуса Христа. Писание говорит об освящении двояким образом. Это очень важная заповедь в христианстве – освящение. Прежде всего, оно учит нас, что верующие освящены, но также на основании веры должны ходить как таковые и осуществлять освящение. И вот эти различия показывает два отрывка из послания апостола Павла. Но давайте мы сделаем небольшое отступление. Мы обратим внимание на слово «верующие». Потому что Священное Писание учит верующих. Я только что прочитал послание до фессалоникийцев, до ефесян, до коринфян. Это были церкви, это были верующие люди. И вот для них писалось это Писание. И там все растолковывалось, рассказывалось все в этом Писании, как мы должны жить и поступать в этом мире. Поэтому слово «верующий» – это значит рожденный свыше человек. Когда царь пришел на землю, царь Царства Небесного Иисус Христос, и в Евангелии от Матфея с 5 по 7 главу он изложил нам законы царствия своего и условия входа в это царство. И, братья и сестры, мы можем войти в это царство только на условиях самого царя. Никто из нас не въехал в Америку на своих условиях, но каждый из нас исполнил все, что от него требовала Америка, потому что иначе мы не могли бы сюда въехать. Но это земное царство. А небесное царство, оно намного строже. И там написано, кто туда не войдет. И там написано, как туда войти. И как исполнить те условия, которые там написаны.
И вот смотрите, что пишет Слово Божие. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 и 6 стих. Иисус сказал: «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть даже Царство Небесное». И вот он говорит: «Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух». И поэтому он делает такой акцент: «Ибо надлежит вам родиться свыше». Это условие Царя. Первое – мы входим в Царство Небесное. Второе – для нас открывается Священное Писание, тайны Царствия Небесного. И когда это все свершается в нашей жизни под действием Духа Святого, мы тогда видим, что нам ничего не остается делать, как оставить все земное, как сказал апостол Павел, и расти духовно до полного возраста Христова. Это заповедь Господня. Это не говорится, хочу я этого или не хочу. Могу я это делать, могу не делать. Нет. Должен делать. И сейчас мы увидим, почему. Почему я должен это делать. И Евангелие от Матфея прочитаем. 7 глава. 13 и 14 стих. Это как бы кульминация его Нагорной проповеди. И вот здесь Господь, подводя к этому стиху, то, что он сказал уже выше, он говорит, 13 и 14 стих Евангелия от Матфея, 7 глава. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Вот есть библейская модель покаяния. Как мы уже говорили раньше, покаяние – это есть осознание своей греховности и осознание того, что я ничего не могу в своей жизни сделать, чтобы заслужить жизнь вечную. Вот это есть покаяние. А то, что мы сюда выходим и со слезами признаем это пред Богом, это есть обращение. Иногда мы путаем эти вещи, и когда человек выходит и со слезами просит Бога простить, помиловать его, и мы говорим: вот все, человек покаялся. Но часто это не соответствует покаянию, потому что дальше мы уже видим, что этот человек просто как был до этого покаяния, такой он и есть. Как он ничего не делал в церкви, так он и ничего и не будет делать. Потому что это было просто сожаление о своей греховности. Сожаление как бы в том, что ничего нельзя исправить, и жизнь такая неинтересная. И вот человек вышел, надеясь на какое-то чудо. Но Господь говорит: чудо вы сами должны свершить. Это освящение ваше. Вот как раз то, о чем мы говорили. И вот вернемся мы сейчас как раз к той теме, которую мы начали. Освящение. Прочитаем первое послание апостола Павла до Коринфян. 6 глава и 11 стих. Первое послание апостола Павла до Коринфян, 6 глава и 11 стих. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Это относится к положению верующих. Именно его положение верующего человека перед Богом – это уже свершившийся факт. Его совершил на Голгофе Иисус Христос. Смотрите, мы не только омыты, но мы оправданы, и в той же степени мы освящены. Мы не можем спорить с этими фактами, потому что это все свершил Иисус Христос. Бог Отец нас призвал. Дал нам покаяние. Мы обратились к Господу.
Потому что Слово Божие нам говорит четко и ясно. Никто не приходит ко мне, если не привлечет его Отец мой, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и все будут научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Вот когда приходит к человеку покаяние, когда он научается от Слова Божьего, когда Дух Святой касается его и открывает ему все это. Потому что без открытия Духа Святого не бывает покаяния, потому что это работа Духа Святого, не человека. Как бы красноречиво мы здесь не рассказывали о грехе, если Дух Святой не коснется, не направит нашу проповедь к этому сердцу, сердцу каменному, грешному, то толку никакого не будет, потому что Дух Святой пришел на землю для того, чтобы обличить мир о грехе, о правде и о суде. Это его работа, а мы только инструменты. И вот поэтому это свершившийся факт на кресте Голгофы, что мы освящены. Это не расположение нашего сердца, к которому мы мало-помалу приближаемся. Но это состояние, в котором мы находимся с самого начала. Возлюбленные в Иисусе, представленные пред Богом. Мы святые. Атеисты испортили это слово, вернее, они не испортили его, а ну, вокруг него создали такой ореол стыда. И если у верующего спрашивают, что ты что, святой? Он, да не, ну я не святой, я... Знаете, люди боятся это слово. Они думают, святой – это значит нимб на голове, крылышки там и все. Нет. Это факт, свершившийся на кресте Голгофы. А то, что мы говорим, что мы святые, да, я святой, я исповедую Бога. Вот этим словом я не стыжусь, я исповедую Бога. Я святой, Он меня отделил от этого мира. Но есть еще одно направление этого слова. Вот почему я говорю, что освящение, оно имеет двоякое значение в Библии. Первое – это свершившийся факт, что мы освящены единократным принесением тела Господа нашего Иисуса Христа на кресте Голгофы. И второе место, давайте прочитаем послание апостола Павла до евреев, 12 глава и 14 стих. Послание апостола Павла до евреев, 12 глава и 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Смотрите, здесь уже апостол Павел говорит о практике нашей жизни. То, что мы освящены, омыты и оправданы, это свершившийся факт. Но дальше он говорит, что мы должны осуществлять свое освящение. Это уже труд. Это глагол постоянного действия. Там пенсионеров нет, братья и сестры. С самого начала рождения свыше и до конца наших дней мы должны осуществлять освящение. Этого ждет от нас Господь. Иисус Христос святой? Святой. Он первородный из братьев назван. А мы есть его братья, потому что он так назвал. Когда воскрес, он сказал Марии, иди скажи, говорит, моим братьям. Он уже не говорит, я не называю вас, говорит, рабами, но братьями. И вот Бог Отец поставит нас и Иисуса Христа и посмотрит эту жизнь. Скажет, подождите, вы не похожи на моего сына. Вы не то делали. Вы не то делали, для чего я вас призвал. Вы не освящались. А вы ходили изо дня в день в церковь. Иногда даже по вторникам. Но вы не освящались. Вы просто приходили, вы просто делали одолжение. Это был как ритуал. Вам часто было неинтересно. Вы часто смотрели на часы, когда это все закончится. Мы не хотим этого услышать от Господа. Но мы хотим услышать совсем другое.
Придите, благословенные, и наследуйте царство, приготовленное вам от создания мира. И вот здесь апостол Павел говорит уже о труде над самим собой. Освящение. Это уже есть не тот свершившийся факт, о котором мы говорили, а это есть моральный облик человека. Моральный облик человека. Иногда мы слышим такие слова. Ой, да ты не трожь, он такой тяжелый характер у него там. Ну, вот он такой есть, ну, вот, ну не переменишь его. Ну, то как не переменишь? То Слово Божие, что нам говорит? Значит, он не хочет меняться. Значит, здесь надо подумать о его рождении свыше. Есть ли этот факт в его жизни? И не для того, чтобы этого брата унизить или сестру, но чтобы они спасенными были. Потому что, возможно, для них это закрыто. Возможно, они настолько себя успокоили, что я вот такой есть, и меня никто не переделает, и со мной должны все считаться. Нет, братья и сестры. Это не есть библейское учение. Это не есть благодатный разум. И вот здесь говорится о практике нашей христианской веры. Здесь говорится о нашем освящении, о каждодневном хождении перед Господом. Смотрите, наше хождение, оно должно соответствовать тому положению, в котором мы находимся с самого начала. Мы святые, и наше хождение должно быть тоже святым. Это цепи, звенья одной цепи. Их разорвать нельзя, потому что тогда мы просто будем неверующие. И чтобы достичь вот этого, вот этой святости, возрастания во Христе, Бог будет использовать очень много методов воздействия на нас, как на личность, на наше «я», на наше положение в обществе, в церкви. Бог будет менять наш разум и же из инстинктивного делать благодатный ум Христов. И вот Бог даже будет применять наказание. Послание апостола Павла до евреев, 12 глава и 10 стих. «Те наказывали вас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы вам иметь участие в святости Его». Поэтому, когда приходит наказание, когда приходит искушение, вы не отстраняетесь от них. Апостол Петр даже пишет об этом. Он говорит, что радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. Такие слова там радуют. Поскорбевши теперь немного, если нужно. И искушения различные. И когда мы собираемся вот здесь все вместе и смотрим брата или сестру невеселыми, мы можем спросить, что с тобой случилось? Да вот у меня такое искушение, вот такая проблема. Потому что когда приходит в нашу жизнь скорбь, начался экзамен на веру. Господь испытывает нашу веру. Он говорит, дабы испытанная ваша вера. Это есть освящение. Рост, духовный рост, рост в вере. Это все взаимосвязано. Мы не можем разделить одно от другого. И вот он говорит, в этот момент вы радуетесь, если скорбь пришла, экзамен начался, Бог не предупреждает нас, завтра, послезавтра будет тест. Нет, он уже начался. И когда мы спросим у брата или у сестры, что с тобой, и он нам скажет, мы можем его ободрить и сказать, со мной это было, но я всю надежду возложил на Господа. Вот это есть практика нашей духовной жизни, возлагать свои надежды на Господа. Это действие, это ежедневное действие. Смотрите, бывший в Советском Союзе, кто постарше, те хорошо помнят, а вы знаете,
был я в Кривом Рогу через 10 лет, наверное, после того, как распался Советский Союз. Там до сих пор эти плакаты висят. Что эти плакаты дали людям? А ничего, они породили только анекдоты. Никто не жил по этим плакатам. Это были заповеди коммунизма. Но как страшно будет нам, если мы из заповедей Божьих построим в своем разуме вот эти плакаты. Мы будем знать только доктрины и ничего больше. Это очень страшно, когда человек, зная доктрины баптизма, пятидесятников там, или субботников, или еще какой-то деноминации католической, православной, будет себя этим утешать. Он будет говорить: «Я это знаю». Нет. Вот это как раз и есть заблуждение. Их надо исполнять. Потому что вера – это есть материализация духовного. Вот здесь все духовное в Библии написано. И когда мы исполняем, мы материализуем. Господь этого ждет от нас. Во втором послании до Тимофея он так и сказал нам, что мы приготовлены для этого, для добрых дел, для того, чтобы люди через нас видели Иисуса Христа. Не для того, чтобы мы просто собирались здесь, прославляли Бога и уходили. Здесь у нас научание идет, а вот там за дверью уже идет применение науки Христовой в нашей жизни. Так слово «освященный» всегда имеет одно и то же значение – «отделенный». Мы должны от чего-то отделяться. Господь отделил нас единократным принесением себя в жертву от этого мира. Чем Он нас отделил? Рождением свыше. Вот чем Он нас отделил. Это называется, как апостол Павел пишет, обрезание сердца нашего. Вот чем Он нас отделил. И когда мы осуществляем вот это свое отделение, осуществление, мы исполняем Божью заповедь. Израиль, как народ, он был освящен. Так Бог сказал: «Я освящу себе народ». Чем Израиль был освящен? Это были законы, это были обряды, это были постановления, и это было обрезание. Это все наружное. Это все то, что было снаружи, то, что народ израильский исполнял. Наше освящение, оно новозаветное, это внутреннее наше освящение. Это есть рождение свыше. Это есть обрезание нашего сердца. Это есть дар Божий нам, того благодатного ума или ума Христова, о котором мы только что читали. Только тогда мы будем способны освящаться. Это будет труд всей нашей жизни. Я и Дух Святой. Все. Третьего нету. Только я и Дух Святой. Дух Святой обличает, наставляет, научает, напоминает. Это все Его работа. Работа в нас. И мы должны быть сотрудниками с Ним. И очень тесно мы должны быть связаны с Ним. Не просто знать, что есть Дух Святой, что Он пришел на землю, но что Он делает именно в нашей жизни, что Он должен сделать был в нас, и как мы должны подчиняться. Мы даже не замечая этого, часто ставим препятствия. Это очень нежная особа Троицы. Потому что Слово Божие нас предупреждает: не оскорбляйте Святого Духа Божия, живущего в вас. Мы это должны твердо запомнить и сотрудничать с Духом Святым именно над собой. Как же это происходит? Послание апостола Павла до евреев, 4 глава и 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Вот работа Духа Святого с Его Словом.
Когда мы читаем, Дух Святой работает над нами. Мысли наши меняются. Мысли становятся угодными Богу. Мы их пленяем. Так пишет Слово Божие. Всякую мысль пленяем только через Слово Божие. Другого пути нет. Никакая литература, никакие песни, никакая музыка. Ничего нам не могут помочь. Ничего. Никакие мирские наставления. Послание апостола Павла до фессалоникийцев. Первое послание. Пятая глава, 23 стих. Пятая глава, 23 стих. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Будем молиться, братья.